Привет, меня зовут Мариус, я работаю в компании Prime Auto, производим автоковрики и аксессуары для автомобилей. Работаем больше 10 лет, зарекомендовали себя очень хорошо. Мы производим коврики из эко-кожи, и у нас есть три вида материала. Это у нас премиум, одна строчка, люкс, две строчки, и престиж, прямая строчка. Отличие между ними толщина кожи. Тут она 1 мм, тут 2, тут тоже 2. То есть, чем больше толщина кожи, тем лучше он будет служить и дольше. Соответственно, и рисунок тоже дает какую-то красоту. Также мы производим эвоковрики в 2D формате. И можно выбрать любой цвет материала, так же как основу, так же как окантовку. Прикрепляются они на штатных креплениях, которые установлены в автомобиле. Также дополнительно будут пришиты липучки по периметру, для того, чтобы он держался лучше в автомобиле. Так же, как мы их делаем в 2D, мы можем сделать вставки на кожу. То есть, так же, как тут ворс, можем поставить EVO вставки, и они тоже будут закрепляться так на креплениях, как и ворс. Ворс и EVO, они одинаково будут смотреться. Снимаются они вот так и обратно кладутся сюда. У нас два вида ворса. Есть 6 мм и 8 мм. 6 мм комфорт, он на прорезиненной основе. И 8 мм тоже на прорезиненной основе, но имеет еще шипы. Шипы дают для того, чтобы они не ходили по салону, не ездили туда-сюда. Этот более пушистый, этот более тверденький. Подпятник у нас устанавливается на специальной пресс-форме. Заклеивается на станке. Вот если можете посмотреть, его никак не оторвать отсюда, он заклеился и все. Если его срывать, то уже срывается вместе с кожей. То есть настолько плотно он прилегает и заклеится, что защищает полностью эко-кожу под ногу водителя. Заказать можно у нас на сайте. Также можно позвонить по номеру телефона, вам ответит менеджер, расскажет все про ваш автомобиль, уточнит вашу информацию, ваши пожелания. Вы оформите заказ. Все моменты с ней уточните, она, если все хорошо, подтвердит заказ и передаст его в работу. Доставка у нас осуществляется транспортной компанией СДЭК по всей России, также Почта России. Отправляем во все регионы России.